Дельфины помогают в лечении военнослужащих. Министерство обороны Украины совместно с Одесским дельфинарием «Немо» организовало курс реабилитации для участников боевых действий в Донбассе. Изучение способностей дельфинов в медицинских и военных целях ведется несколько десятилетий. Со стороны Министерства обороны этим занимается научно-исследовательский центр вооруженных сил «Государственный океанариум». Специалисты отделения психофизиологии и психологической реабилитации во взаимодействии с одесскими дельфинотерапевтами разработали восстановительный курс для военнослужащих. Разглядывается несколько методик щодо відновлення військовослужбовців, які пройшли АТО, з застосуванням дельфінотерапії. Попередньо було проведено в 2015 році велика робота стосовно того, що була відпрацьована методика, були підібрані матеріали і відповідно ми підготувалися до 2016 року для проведення практичної частини. Для спеціалістів Одеського дельфінарія реабілітація взрослих – нове направлення роботи. Раніше лечебні сеанси у нас проводили тільки з дітьми. Общення, взаємодія з дельфінами, воно благоприятно впливає на психологічне стан людини, на улучшається сон, повищається життєздатність організму. Снижается уровень тревожности, уходят переживания, страхи, что чрезвычайно важно для людей, которые находились в напряженной военной ситуации в зоне АТО. Биологи и медики считают дельфинов одними из самых высокоразвитых существ, способных почти на равных общаться с человеком. Им не нужно рассказывать историю болезни пациента. Морские исцелители сами знают, что делать. Курс реабилитации состоит из 10 сеансов. Поврежденных дельфинов, которые покалеченные, подбирают. У вас какой-то там флот может есть, там вспомогательный. Я в захваті. Це просто почуття, яке неможливо передати словами. Це вперше і всім рекомендую сюди завітати. Приходилось попадати іноді в ситуації, де необхідне напряження духовних, фізичних сил. Вот, сейчас прошел сеанс дельфинотерапии. Я хочу сказать, что это замечательная вещь. Чувствуется прилив сил, энергии. Вот, и в первую очередь общение и гинание с природой. Вот, я считаю, что многим военнослужащим, которые пройдут данный сеанс, это пойдет на пользу и восстановит в первую очередь психологическое здоровье. Опыт, накопленный в первом сезоне, будет использован для совершенствования методики реабилитации военнослужащих и гражданского населения. Александр Виноградов, телекомпания «Круг».